Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme GT можно очистить историю поиска, и делать мы это будем в браузере Google Chrome. Заходим в него, нажимаем сюда, история. Тут у нас есть разные вкладки. Можем нажать на крестик у одной вкладки, чтобы она пропала, либо же нажимаем очистить историю. Давайте вернемся к основным. Выбираем, что будет удалено. История браузера, файлы куки данные сайтов, а также изображения и другие файлы, хранящиеся в кэше. После чего выбираем временной диапазон, последний час, сутки, неделя, 4 недели, либо же за все время. И нажимаем удалить данные. Подтверждаем. И как вы видите, наша история теперь чиста. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!